Финляндии очень часто выпекают хлеб из ржаной муки. Хочу поделиться рецептом финского хлеба, который называется руиспала. Выпечка точно понравится любителям хлебных краюшек. Любителям ржаного хлеба рекомендую испечь финский хлеб руиспала. Уверена, вам понравится. Готовить его просто, к тому же достаточно быстро. Смотрите пошаговый рецепт и расширяйте кулинарную географию рецептов. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте ингредиенты. В миске для замешивания теста смешайте все сухие ингредиенты, кроме дрожжей, муку, ржаную и пшеничную, соль, тмин, кориандр, солод или квасной концентрат, ржаную закваску, тростниковый сахар. В теплой воде растворите дрожжи, патоку или мед. В данном рецепте использован тростниковый сахар, он был добавлен на первом шаге. Влейте растительное масло, размешайте. Влейте жидкие ингредиенты к смеси сухих ингредиентов. Подписывайтесь и ставьте лайки. Замесите тесто, соберите его в шар, накройте пленкой, поставьте в теплое место для брожения на 1 час. Разделите тесто на 2 части для удобства работы. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см, вырежьте хлебные заготовки. В качестве шаблона можно использовать подручные материалы, например, пластиковый контейнер. Выложите хлебные заготовки на лист для выпечки, деревянной палочкой сделайте проколы, слегка посыпьте мукой, поставьте на расстойку на 30 минут. Выпекайте хлеб при температуре 180 градусов 25-30 минут. Готовый хлеб охладите на решетке, желательно на это время прикрыть его тканевой салфеткой. Подавайте финский хлеб руиспала, предварительно разрезав его вдоль на краюшки. Хлеб получился ароматным, вкусным, а главное, полезным. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Мука ржаная – 225 грамм. Мука пшеничная – 75 грамм, 2 сорт. Вода теплая – 225 грамм. Дрожжи сухие – 1 чайная ложка. Коричневый тростниковый сахар – 1,5 чайных ложки. Можно заменить на патоку или темный мед. Солод ржаной ферментированный – 1 чайная ложка. Или сухой квасной концентрат. Ржаная кисломолочная закваска, 1 чайная ложка, КМКЗ. Тмин, 0,5 чайных ложек. Кориандр молотый, 1 чайная ложка. Соль, 0,75 чайных ложки. Масло растительное, 1 столовая ложка. Количество порций, 6-8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пока-пока.